Вот этот снимок сегодня активно обсуждают в интернете. Его сделал парламентский фотограф. Как видно, Лешко не интересуется официальными документами. Вместо этого рассматривает на своем смартфоне фото полуобнаженного мужчины. Кто это такой, уже выяснили. Джереми Микс, самый красивый преступник Соединенных Штатов. По крайней мере, именно так его прозвали американские СМИ. Мужчина, осужденный за незаконное хранение оружия, кстати, подписал контракт с модельным агентством. У него есть даже собственный фан-клуб в соцсетях. Теперь в рядах поклонников, похоже, и лидер радикальной партии.